Всем привет, дорогие друзья! Мы приехали в один из моих любимых отелей, точнее сеть отелей, это Штайгенбергер. Качественные, классные, хорошие отели. Меня зовут, друзья, Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Я занимаюсь продажей и оформлением туров онлайн из каждого города России. Это заграничные направления. И сегодня мы, соответственно, на Бэк-Бэй, Шарм-эль-Шейх, в отеле Штайгенбергер. Сейчас мы посмотрим номера, территорию. Ну, я вам честно скажу, можно не глядя его бронировать. Это классный, очень супер вкусный отель. Так что пойдемте все равно все взглянем, посмотрим территорию, номера и, конечно же, пляж. Очень красиво, друзья, здесь на входе вам даже могут предложить кофе, да? Бакан кофе? Да. И финики. Так что вот такой вот сервис. Классная музыка играет, лаунж такая. И, соответственно, отличный запах. И арабик, арабик кофе. Это арабский кофе, это не турецкий, он совершенно другой, даже видите, по виду другой. Какой? Вам лучше приехать самим узнать. Друзья, давайте немножко поделюсь информацией об отеле Штайгенбергер. Это достаточно очень классная, не то что достаточно, это очень классная сеть. И я вам так скажу, для тех, кто выбирает премиальный отдых, это точно лучше Риксоса, друзья. Это прям однозначно. Вот кто хочет хороший сервис, просто классное, качественное питание, даже дело не в питании, а в обслуживании, то есть разная кухня. Вы будете сидеть, вам будут приносить, там, наливать напитки. Очень заботливо все, очень качественно. То есть я однозначно рекомендую, кто выбирает высокий сервис, выбирать отели сети Штайгенбергер. Помимо этого всего, конечно, есть классные локации на территории, да, и это бассейны, это, естественно, море, да, спа-услуги всевозможные, но сервис вам здесь гарантирован, и атмосфера, лаунж-музыка, соответственно, запахи здесь вообще очень классные. Ну и, соответственно, очень все красиво, стильно и вот аутентично в то же время. Так что, друзья, очень рекомендую. Видите, даже на входе арабский кофе наливают. Ну, это, конечно, не самая главная, да, вещь, но отель очень, очень хороший. Поэтому мы сейчас все пробежимся, и вы дальше уже для себя поймете, как здесь все круто сделано. Так, друзья, мы с вами вышли прогуляться по территории. Территория тоже большая, она закрытая, чтобы было максимально комфортно. И без ветра. Территория, друзья, здесь очень тоже такая комфортная, ровная, не надо по каким-то горкам бегать. Ну, в общем, здесь все премиум, друзья. Здесь есть 7 а-ля-карт ресторанов, в которые вы можете ходить когда угодно. 2 японские, один из них темпаньяки. Это вот, может быть, кто помнит из моих видео, когда я был в Китае, в японском ресторане там был, тогда при тебе готовят, да, эти вот так вот лопаточками чик-чик пожарили, барбекю, ну, всякие разные, короче, вкусности. Ливанский ресторан, итальянский ресторан, в общем, классно. Премиальный алкоголь везде, да, то есть есть импортные, что-то там за отдельную плату, но в основном все есть. Также есть у нас несколько детских клубов, один для подростков, другой для малышей. Бассейн прохладный, бассейн теплый и, соответственно, бассейн для, соответственно, взрослых. Вот. Ну, сейчас мы с вами посмотрим номера и прогуляемся еще по территории, выйдем на пляж. Вот, друзья, мы с вами забежали в ливанский ресторан а-ля-карт. Здесь как раз вот можно будет поужинать. Очень вкусно, рекомендую, друзья. Так что отельчик, вот там, честно скажу, уже сразу в начале этого видео сказал, что это премиального класса, очень классный сервис, просто шикарнейшее питание. Вообще все просто вас будет только радовать, радовать и радовать. Так, здесь у нас кровати прям сразу на входе. Это у нас family room. Здесь у нас ванна полноценная. И, соответственно, основная комната. King size кровать, телевизор. Всегда у вас будет пополнение, кстати, бара. Всегда по запросу все, что захотите, это будет входить в стоимость. И, соответственно, выход сразу к бассейну.
Отель, конечно, предполагает в том числе семейный отдых, поэтому детский клуб, естественно, здесь есть, как я и говорил. Их здесь два, еще раз напомню, один для малышей и другой, соответственно, для детей постарше, которые там и приставки, и все остальное могут для подростков быть. Это у нас детский клуб своей территории, даже со своим бассейнчиком небольшим. Вот для тех, кто любит, скажем, отдых максимально комфортный, не любит эти большие здания огромные, да, то есть где очень много людей, лифты ждать там и так далее. Здесь как раз все сделано такими корпусами, да, ну вот посмотрите. То есть корпуса вот такие, то есть здесь можно жить максимально комфортно, то есть даже при большой загрузке вы будете жить и в ощущении, что здесь не так уж и много гостей. Ну, друзья, здесь у нас, естественно, есть пул-бар, то есть рядом с бассейном, кстати, заметно, да, где теплый бассейн, где люди купаются. Здесь можно что-нибудь перекусить, закуски различные, и можно горячее, то есть полноценная еда, а также, соответственно, напитки, алкоголь, то есть все, пожалуйста, все, что захотите, все будет сделано. Так, друзья, ну что, двигаемся в сторону пляжа, это тоже немаловажный фактор. А сразу скажу, немножко, говорит, подрастрою вас, здесь заход только с понтона, пляж как бы там не очень, но все равно давайте посмотрим. Для детей территории, в принципе, будет тоже достаточно. Сюда, конечно, мы приезжаем в первую очередь за высоким премиальным сервисом, да. Ну и, конечно, море тоже немаловажно, но оно здесь как бы не самое супер. Ну, в общем, смотрим, друзья, что рассказывать. Вот у нас территория, мы сейчас ближе подбираемся к пляжу, и вот тут как раз у нас находится бассейн только для взрослых. То есть здесь, если вы приехали одни, или дети у вас там заняты чем-то другим, вы можете спокойно здесь отдохнуть в тишине. И этот бассейн как раз ближе находится к берегу. Вот видите, даже продумали, даже можно здесь книжку взять, если у вас с собой нету своей. Ну и вы умеете читать не только на русском языке. Здесь у нас сразу есть бич-бар. Соответственно, здесь можно комфортно посидеть, отдохнуть и, конечно же, выходим на пляж. Пляж отсюда, конечно, идеально выглядит. Он практически мальдивский, да? Инстаграмный, красивый. Так что точно будет радовать глаз, комфортно, круто отдыхать. Ну и подходим к пляжу, друзья, уже наконец-то, чтобы показать, какой он здесь. Ну, в общем, пляж, как и в другой части, практически Набок-Бэй, он достаточно не очень, скажем так. Поэтому я сразу сказал, что здесь купаться, наверное, будет относительно, потому что здесь очень мелко, как вы видите, да? То есть песчаный заход, прям таких глобальных камней нету, но, тем не менее, особо далеко не уйдешь. Можно походить, конечно, но в целом это считается, как бы, можно сказать, пляж только, соответственно, с понтона, который находится вон там. Эти, да, можно пройти и там, соответственно, покупаться. Вот их две штуки. И вот там за рифом уже, соответственно, и глубина, и море. В основном как раз все там и отдыхают. Так что вот так, друзья. Также, друзья, на территории отеля есть активности. Ну, дайвинг-центр это уже, как говорится, must-have. Обязательно должно везде быть. И дополнительно, друзья, мы еще не посмотрели с вами. Здесь есть виллы со своим бассейном. Но они есть. То есть можно все посмотреть на сайте. Я могу прислать. Это приватное размещение. Если кому-то хочется жить не в общем корпусе, то пожалуйста. Предлагаю резюмировать. Конечно, резюме, думаю, в целом и так понятно. Я изначально сказал, что это отель премиального уровня. Здесь все на высокой нотке, да. То есть классное питание, прекрасное обслуживание, живая музыка вечерами играет. Так что здесь вам будет очень комфортно отдыхать, если вы вот соскучились или желаете получить максимальные заботы, да, и попробовать какие-то изысканные блюда, да, чтобы вы реально как бы и это попробовали, то и сказали, блин, это просто великолепный отдых. В этом случае я вам гарантирую, я уже жил в таком отеле в Хургаде, я скажу точно, что я очень запомнил отель. Конечно, в Хургаде пляж, кстати, классный, вычищенный, идеальнейший просто пляж. В то время еще можно было пляжи вычищать, там просто идеальный заход в море, песочек, все круто, да. Здесь, конечно, с пляжем не очень, да. Ну, Шарм-эль-Шейх отправляются как раз люди за более теплой погодой в зимний период. Ну, хотя я вам скажу так, вот сейчас дует ветерок, и в Хургаде он абсолютно был такой же. В общем-то, все такое же. Но если, как бы, скажем, выбирать между этими двумя отелями и брать не только сервис, но и питание, ой, и пляж, то в Хургаде Штагенбергер в Сома-Бэй, конечно, выигрывает, да. Но вот здесь он мне по территории больше нравится. Там более такая открытая буковка П, здесь он такой более инфраструктурный, и можно в этой части побыть, в этой части более такой зонами сделан. Здесь мне именно территория отеля больше нравится, да, но пляж там лучше. Ну, в общем, друзья, к чему я? В общем, если понадобится моя помощь, друзья, я всегда рядом, могу вас проконсультировать, все объясню, расскажу, покажу, и мы с вами выберем тот самый вариант. Если что, все ссылочки мои под видео стоят, там мой прямой WhatsApp.
Там также есть сайт, можно самостоятельно посмотреть либо туры с перелетом, либо просто только отели. Спасибо большое, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поставьте свой лайк, подпишитесь на мой телеграм-канал, где я пишу оперативные интересные новости. Ну и, конечно же, на YouTube. Здесь вы не пропустите все самые интересные и полезные видеообзоры. Увидимся. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Пока!